Добрый день. У нас снова прохождение Assassin's Creed Unity. Так, ой, куда я пошел? У нас тут задача где-то рядом. А, вот тут прям. Внизу. А, ну все правильно, да. Так. Оп, все, погнали. Вот наш друг. Все, сейчас придется немножечко подождать загрузку. Да, и продолжим. Кстати говоря, что-то хотел сказать. А, ну, поскорее бы уже мне охота пройти эту игру. Привет, Арно. Не знаю почему. Так, смотрим, что у нас там по орудию. Это что такое еще? Так, расходные материалы. Ядовитый газ. Ну, можно. Ну ладно. Так, смотрим. Так, это не надо. Боеприпасы для пистолета и винтовок. А че это у меня их нету? Ну ладно, давай. А, ну да, я же на это потратил, когда махали с ним. Так, все шикарно. Лекарства. Карту. Да одно, наверное, найдем. Тмычек пофиг. Призрачный клинок. Сколько он стоит? Да, конечно, купим один, да, еще? Купаем. Как видите, я ничего не прокачиваю своего персонажа. Потому что я просто не хочу над этим заморачиваться. Это не Far Cry 4. Так. Так, так, так. У нас... Так. Все. Это что такое еще? Это нафига нам надо? Ну, купим один. Ну ладно. Так, все. Навыки усиления. Навыки. Это что-то ближний бой. Так, насрать на все, в принципе. Я не очень разбираюсь в этом ассасине, там, в навыках, потому что мне непонятно. Блин, там сундук где-то. Мне непонятно, как действует здесь снаряжение. Немного неудобно как-то все обозначено здесь. Что касается снаряжения. Улучшения снаряжения. Так, королевская переписка. Конечно, начинаем. Че, мы начинать что ли не будем? Вызывали? Месье Дориан, для вас есть задание. Снова нужен мальчик на побегушках? Два мастера-ассасина мертвы, причем один убит тобой ради тамплиера. Скажи спасибо за столь легкое наказание. А Жермен? Он не твоя забота. Вчера вечером парижская коммуна открыто восстала против короля. В данный момент 20 тысяч вооруженных повстанцев осаждают Тюильри. Национальная гвардия дрогнула. Часть примкнула к революционерам. Франция трещит по швам. И чем мы недовольны? Народ сражается за свои права. Свобода, равенство. Конечно, если бы все делилось на черное и белое, вы были бы правы. Истина несколько сложнее. Разбирая документы после смерти Мирабо, мы наткнулись на его письма, адресованные королевской особе. Мирабо писал королю? И был в переписке излишне откровенен. Если письма Мирабо королю обнародуют, тамплиеры найдут и уничтожат всех наших агентов по всей Франции. И я должен раздобыть их раньше. И быстро. Швейцарцев мало. Похоже, что их перебьют еще до вечера. Мне не впервой вламываться во дворцы. Ну? Все ясно примерно. Так, загрузка давай быстрее. Надеюсь, я сразу на улице очучусь.
откажусь. Готовь! Цельсь! Блин! Отлично! Теперь по местам! Да здравствует акция! Да здравствует революция! Да здравствует революция! Революшн! Так, проникните во дворец. Ага. Ну. Так, стоп. Ага. Стоп, не понял. А, он, наверное, по верхам придется лезть. Вот тут, наверное. Честно говоря, качество лозунгов оставляет желать много лучшего. А как вы думаете, он меня заметит, он тот, он чувак? Можно использовать шутиху, чтобы отвлечь их. Насрать на них. Идем дальше. Так, тут можно проникнуть. А что там внутри у нас? Скрытное, наверное, момент. Как бы нас не заметил. Да не, не заметит, наверное. Вот эту можно замочить. Стой! Послушай, гражданин! Вот это пипец. Как он меня заметил? Я что-то не понял. Вроде вниз куда-то смотрел. Ну ладно, пофиг. Так, здесь что-то зеленые какие-то линии непонятные. Ну, полосатые вот эта линия. А, ну давайте наверха, почему? Наш Арно захотел наверха залезть. А, да, вот туда. Шикарно. Чем выше, тем лучше. О, да. Здесь ничего интересного. Так, а цель-то где у нас? Я что-то не пойму. А, ну все, я в этом месте. Вот что за линия у нас оказывает. Так, и нам надо как-то сюда попасть. Цепляйся, пожалуйста. Давайте спустимся, посмотрим, может... Не, здесь, в принципе... Никак не... Ух ты, ё-моё, как я мимо тех-то прошел. Так, ну что? Друзья мои, надо осмотреть. Повнимательнее тут все. По-любому там колокол внизу я вижу. Ух ты, вот это вот я даже не заметил. Слезть тоже. А может быть его... А зачем нам его мочить-то, в принципе? Тут можно как-то пройти? Да, по-моему, нет. Ну, можно попробовать. Так, у нас она на единичке, да, стоит. Да, на единичке. Не-не-не, давайте вверх залезем. Посмотрим с верхов. Может, там что-нибудь более интересное нам откроется. Какой-нибудь вид. Да, видок-то здесь интересный, но... Совсем полезный. Да спрыгивай, не бойся ты. Во-во-во. Так, ну что, здесь тоже никак не войти. Ну, что я могу сказать? Сложно достаточно в том плане, что... Очень много разных... Разных окон. А он здесь один, интересно? То его минусануть можно. Чтобы спокойнее было немного. Давай, отворачивайся. Да перепрыгни ты. Давай. Лях, муха.
Ну, давай. Чё ты не хочешь прятаться? Пипец, он не хочет прятаться. Чё, чё-то не так встревожил, что ли? Не, вроде нет. Ладно, ну все, давайте здесь это спокойнее теперь. Так, ну давайте смотреть орлиным зрением. Здесь я не вижу способов, как пройти. Мне это не очень радует. Ну давайте, давайте, давайте. Побыстрее. Сейчас мы глянем, что тут у нас. Так. Ух ты, вот это я зря, наверное. Так, 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 ага. Смотрим. Ну, мне кажется, нет. Мне кажется, знаете, где у нас вход? А, вход у нас, мне кажется, где-то там все-таки. Дальше. Так, надо, надо быстрее искать. Мне охота здесь ни секунды задерживаться. Охота побыстрее уже. Даже вот так мы можем. Нормально. Так, все. Надо быстрее уже идти. Что-то я медлю. Так, может здесь как-нибудь через ворота идти? Да, по-моему, хрен вам называется. О, за что это он там ухватился? Так, куда ж ты спрыгнул? Ты даже не сюда хотел. О, подожди-ка, а может здесь? Офигеть. Блин, ну может это не вход? Мне кажется, это не главный вход. Точнее, это не единственный вход, через который можно войти. А хрен его знает. Ну надо, знаете что, надо спуститься где-нибудь. Давайте заберемся. Здесь надо перебраться вот сюда. Давайте вот здесь осмотрим. А, тут тоже есть какой-то вход. Здесь даже, мне кажется, безопасно. Блях, мух, тут этот. Все равно тут чуть безопасней. Давайте спускаться. Так. Кто, 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 кто? Что за... Кто против нас? Чёрт труп! Все, мне хана. Тебе не убежать! Ну ёб, быстрее! Ну я ненавижу эту фигню. Ну... Послышалось? Прыгай. Бляха, муха! Я тебя сразу прибью! Мерзкий предатель! Жаль, палачи не всех вас прикончат! Да ёб, все, просрали. Ну бывает же такое. Мне это реально бесит. Ладно, бывает. Скажем так. Пипец. По-любому где-то был вход наверху. Ну, точно. Или нет? А хрен его знает, как говорится. Вот хрен его знает. Давайте, знаете что, вот так вот сделаем сейчас. Вот, все, и потом подойдем, посмотрим, что там. Все, так, здесь погнали сейчас. Быстро. Мы зато знаем примерно уже, где идти. Честно говоря, качество лучше. На этих вообще насрать. Желать много лучшего. А, стоп, вот здесь какой-то вход есть. А, ну здесь я думаю. Ну давайте посмотрим. Давайте. Я не думаю, что это, конечно, вход. Тем более, он какой-то хрен не может спуститься. О. Чё? Так. Ну, может, это реально вход? Ну, не знаю, может быть. Конечно же.
Но почему-то как-то здесь, видите, нету никаких дверей таких особо, которые бросаются в глаза, ну то есть, чтобы их можно было открыть. Лично я не вижу таких. Давайте вниз спустимся, посмотрим, что там. Так, ну там нет явно ничего интересного. Здесь погнали, посмотрим. Здесь, походу, тоже вообще ничего интересного. Так, вот там, видимо, дверь, которую надо... Да-да-да, это нам не интересует нас. Ну, ёп, ну чё мне заново, что ли, бежать? Давай, офигели. Ну, может, здесь и есть какой-то вход, но я его реально не вижу. Французы вонючие. Так, ладно, давайте. Старым добрым путем. Не очень добрым. Блин. Пожалуйста, пожалуйста. Куда? Ты упал, что ли? Ну ёб, ты чё делаешь? Ну, сонный ассасин. Так, стрелять вроде пока не собираются. Капец, он вообще офигел, что ли? Так, погнали туда. Так, вот здесь пишут вход. Типа здесь. Здесь нет входа. Здесь только, может, внизу где-нибудь. Как вы думаете, внизу есть ворота там? Может, и есть, как вы думаете? Ну, может быть, вероятность, кстати. Есть такая вероятность. У меня есть такие мысли. Так, ну-ка давай. Хотя... Ну давайте попробуем. Так, ну вообще я вижу, что здесь все закрыто. Вот ублюдки. Ну ладно. Все-таки нам придется, наверное, там идти. Блях, мух, все, меня... А! Пожалуйста, 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 давай. Не хочу, чтобы меня... Да... Все, пошлите туда. Не хочу я. Вот здесь давайте спустимся. Я не хочу время тратить, обыскивать здесь все. Поэтому люблю, может быть, сложные, но более быстрые пути. Так, а кто меня в тот раз запалил? А, вон тот, наверное, козел, а? Так, ну их тут до хрена, я вам скажу, ребятки. Их тут... Опа, а это что такое было еще? Подожди-ка, а что это такое было? Ну-ка. А что это такое-то, реально? Что-то непонятное. Может, какой-нибудь секретный вход? Ох, только не прыгай, пожалуйста. Так, вот здесь можно спуститься, но... Вот этот вот козел здесь ходит. Можно вот так вот их наминусовать здесь. Так, тот круги наматывает. Блин, а боюсь, что они меня могут обнаружить, если я вот так пульну в башку, например, сейчас. Просто проблема в том, что они могут меня заметить. Погоди-ка. Что-то не дает. Нас не остановить! Твою дивизию, что я сделал? Блях, ну что я вот сделал, ребят, как вы думаете? Я спалился, правильно. Ну-ка, если вот... Так...
Так, вот так. Вот окно, кстати, было. Ха-ха-ха. Я ж говорил, что тут реальный какой-то потайной ход есть. Вот, пожалуйста, окошечко. Явно это окно было бы проще. Даже вон там есть окно. Так, ну этот один здесь, да? Ничего себе. Так. Так, так, так. Нет, сейчас я не буду. Сейчас он... А где он? А, он за окном. Ничего не сделал. Так, как садиться? Так. Так, все, а что сделать-то надо? А что делать-то? А, найдите кабинет короля. А это, случайно, не его кабинет? Ну, я думаю, нам написали бы, если бы это был его кабинет. Так, давайте тихо здесь. А. А, он на балконе. Так, ну что, может быть, это кабинет короля? Да не, вряд ли. Блин, ну нам вот зеленая полоса здесь показана. Может, там кабинет явно короля. Так, здесь только один. Ну что, услышит, если я одного? Может, и услышали бы. Здоровяк. Как я его не заметил. Он, в принципе, уходит. Шоколад. Здорово. Так, ну что? А нам по-любому туда надо идти, наверное. С орлиным зрением. Так, этот урод здесь стоит, с этой стороны. Может, здесь что-нибудь найдем? Я сейчас, конечно, очень рискую. Полагай, не очень. Выглядит скверно. По сути дела, он меня не должен был заметить. Собственно говоря, он и не заметил меня. Минусуем так всех. Тут голубенький кто-то. А, может, это наш? Может, король? Таким вот образом. Так, вот этого надо смотреть явно. Или что это такое, что он? А, это просто, наверное, наш союзник. Или не наш. Какой-то другой, короче. На этого. Ляхмуха. Какого фига? Как я это сделал? Что это было вообще? За ёпарсете. А! Здоровяк. Ну, в принципе, не должно быть сильных проблем с ним. Так. Так, так, так. Я его не вижу. Я просто хочу так увидеть. Так, а мы его, наверное, не выманим. Так шутиха этот. Или шутиха, их хрен знает как. Может быть, попробуйте? Не, он не хочет. Как нам его... Ну, если только вот так вот. На меня так смотрит.
Ну, можно попробовать. Все отлично. Блин, почему ж тихо-то? Ой, и призрачный клёк нельзя собрать. Это же бред. Ну, наверняка можно. Ну, давай. Давай клинок ссаный. Так, сейчас мы... Блях, мух, только не взламывать. Так, сейчас мы глянем, что тут у нас. Ну вот дверь была, но ладно, пофиг. Так, ну вроде ничего ценного. Еще хрен знает. Так, союзники. Ладно, все, достигаем цели. Немного сложновато было у нас. Но так, в принципе, я считаю, нормально справились. Среднячок такой. Вы не похожи на кровожадного революционера. Но вид у вас в этом капюшоне зловещий. Прикрываете тылы, да? Удобно, когда между вами и сражением запертые двери. Ну, меня тут нет. Для тех, кто спросит. Но шанс попасть в личный кабинет Его Величества дается не так часто. Вы ищете что-то конкретное? Важные секреты, интимную переписку, личные ценности и прочее. Надеюсь, наши цели разнятся. Ваша? Кое-какие письма королю. Они могут быть неверно истолкованы, если попадут не в те руки. Ясно. Может, поможем друг другу? Думается мне, что у короля где-то есть тайник. Найти бы его. Ну хорошо, сейчас посмотрим. Кабинет короля? А, найдите железный. Чё, железный кабинет? Какой еще железный кабинет? А-а. Найдите железный кабинет. Не очень понятно. А, все, ясно. Вы об этом? Просто отлично, друг мой. За титьки нужно взять скульптуру, и тогда она откроется лучше, наверное. Давай бросай в огонь нафиг это все. Невероятно. Нашли трофей? А, рок изобилия, да. А вы? Думаю, что... Да. То, что нужно. То, что нужно. Так будет вернее. Не стоит ли уйти? Блин, только не надо мне... Что это? Это выход. Прикройте меня. Блин, прикрывать опять надо. Да вы офигели. Убили! Умри! Ты убежишь, червя! Ты заплатишь! Пусти порву! Вот таким вот образом мы легко... Справляемся вообще с ними. Да вы офигели, что ли, вообще? Сколько вас? Ловите, выродка! Смерть всем врагам свободы! Эй, я же уворачивался. Давай, жми. Во! Протыкай его! Во! Казни, казни этого, вот этого, молодцом. А ты видел, как дьявол фехтует? Застаньте его врасплох! Давай, жми, жми, жми. Я, ну, думаю, вы слышите, как я тут мышку жму. Есть, защита. О, да, я добиваюсь успеха в этой игре. Еще чуть-чуть. Чё ты там крутишь-то, блин? Ух ты, ёпрости. Оглушающая граната. Какого фига? Он меня... Ай! Я только хотел использовать этот эликсир, блин. А они меня с писта добили, походу. Вот твари. Ладно, будем использовать... Контрольная точка. На других людей, здоровяка использовать. Какая бомба тут была у меня какая-то. Ах ты, ах ты. А вот и ты. Да чё ты делаешь? Всем нашим головам место на пике. Смотаем её. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Иди из слепой зоны. Пожалуйста, защищайся.
Защита, защита. Нет, защита, защита. Да подкат сделай, ёпрсте. Во. Хоть так. Еще чуть-чуть. Че ты машешь? Давай! Пожалуйста, не сдохни. Как раз даже было лучше ему. Куда не денешься, друг? Попался. Что ты делаешь? Скормлю тебя сам. Они любят. Тебе не сбежать, сволочь! Да жми, ёп! Что ты сделал? Умри! Давай! Вот он! Какого фига, я уже... А можно было натравить громилу на всех, кстати говоря. Не скроешься! Во, нормально справились. Правда, не с первого раза. Микадзе один остался. Вперед. Обыскать все! Найдите документы! Это он? Что? Черт! Кто он? Да, про капитана многие так говорят. Он ваш друг? Скорее, заноза, которую никак не вытащить. Я должен допросить его. Нужно вернуться туда. Сейчас мы его не найдем. Идемте, у меня есть идея получше. Сейчас мы посмотрим, что у тебя за идея. А вы отлично справились. Ну, как сказать. Никогда не задумывались о карьере военного? Не люблю выполнять приказы. А, проклятие генералов и политиков всех мастей. Индивидуалист. Я сам такой же. И у нас с вами большое преимущество перед военными. Дело в том, что у нас есть голова на плечах. Поступите на службу, и через 10 лет вы маршал, я обещаю. Это что ж, лестно, конечно, но нет. Это что, король, что ли? Человек следует зову сердца. Передумаете, найдите меня. Точнее, я знаю, что это король, но... Я забыл спросить. Меня зовут Бонапарт. Наполеон Бонапарт. Младший лейтенант артиллерии. Ах ты козел. Пока. Я тебя ща убью. Арно Дориан. Очень рад. И личная просьба. Если как кто-то тебе спросит, значить? Меня здесь не было. Я наблюдал за всем из мебельной лавки, у карусели. Просто зевака. Конечно. Блин, я бы его замочил, если бы мне дали такой шанс. Бонапарт его зовут. Ну он офигел вообще. Все, пришли. Что теперь? Минутку. Опять, блин. Комнаты свои сраные. Или что он там будет делать? Лучше бы вам отойти. Отошел. Ты ее просто. Как вы, месье? Все хорошо. Выстрел что надо. Учение – важнейший этап боевой подготовки. Нам пора, месье. Что ж, прощайте. А как же Руй? Дайте пару дней. Я узнаю, где он сейчас служит. Может быть, представлю вас. Удачи. Все шикарно. Блин, скрытых нету, выйди на встроенном сигнале колоколов нет, колоколов. Но мы сделали королевскую переписку. Продолжаем. Ну чё, зато прошли?
самое лучшее. А что это такое, рай, что ли? А, нет, обычный Париж. Франц. Так, нам нужно сейчас закупиться как следует. Так, куда нам сейчас? Что-то я не вижу. Во, вот сюда нам. А, блин. Магаза нет поблизости, как узнать? Как где тут? Вот магазин, он, блин, далеко. Да куда ж ты, блин? А. Так, а назад, если что, мы сможем... Блин, туда назад долго бежать. Вон, погнали вот сюда. Да, да переместимся, насрать вообще. Ага. Прям мне уже не терпится пройти игру. Не знаю почему. Охота. Прям вот, чтобы для коллекций, прохождений. Хочу, просто я хотел новую игру там начать проходить. Одну. Ну, точнее, прохождение, новое прохождение старой игры. А, по-любому здесь прыгаем. Ага. И вот магаз. Так, а у тебя тут что почем? Ну-ка давай. Сейчас смотрим, расходные материалы. Ядовитый газ, оглушающая, дымовая. Ой, всего-то 50, да вы офигели, легко. Так, шутиха, кошелек, боеприпасы. Один покупаем. Так, дальше что? Еще раз объясняю вам, что... я не понимаю немного в снаряжениях. Так, вот это восполняем по-любому. Так, и еще, знаете что? Сейчас вам покажу. Во! Вот этот, по-моему, да, вот, приводит цель в бешенство. Как я мог это? Я забыл совсем. Я хотел громилу этого в бешенство, а я забыл, что у нас такой... Забыл, что он делает клинок. Снаряжение, вот я... Ну, я не понимаю, друзья. Ну, объясните, вот что это такое? Сейчас покажу. Вот, защита... Вот пояс. Я понимаю, что здесь, да, снаряжение, все это круто, можно улучшать, да, там, покупать. Но, блин, объясните, вот я не понимаю, что это... Вот 2.4, вот это что, это дота, это произойдет, когда я улучшу, или что? 7 ОЗ. Сколько она? 5000. У меня до 5000, мне только мечтать до 5000. Это офигенный пояс, но у меня его, блин, у меня бабла столько не хватит. А, прекрасная, конечно, штуковина, 12 единиц, это ОЗ, здоровье. Это, конечно, все круто, блин, но я не понимаю в этом ничего. Ну, лично, в Ассасине, так-то я вроде разбираюсь. Во всех этих навыков. Ну вот, здесь 6 ОЗ пишут. Здесь 3 ОЗ. Так. 6 ОЗ. Если сравнивать. Как сравнить? Назад, полный... Так. Дальность орлиного зрения, дополнительное здоровье. А у этого что? А, блин, да у него цена, вон какая. Идите вы в жопу тогда. Так. О! Ну-ка. Дальность эффекта орлиного зрения. Дальность орлиного зрения. В чем прикол, в чем разница? Может быть, типа... Предметы замечать будет. Ага. Ну, давайте используем. И что теперь? А, подождите, у нас, наверное, сейчас будет, смотрите. Все равно 6. ОЗ, что это? Это же здоровье, нет? ОЗ, снаряжение. Так, голова... Ой. Ой. Ой-ой-ой, что это такое? Защита головы. 5 ОЗ. Улучшено. Ну, допустим, я улучшу. И что будет? А, вот за эти? Ага.
Если я сейчас выйду. Раз. А, типа, наверное. Ну и чё? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И чё такое? Ну так же стало. Девять. А у меня девять там. В чём прикол? Так, еще раз, снаряжение. Так, защита... А, слушайте, это, наверное, защита головы имеется в виду просто. То есть, например... Бляхмух, кажется, я понял. Ну, типа... голове. То есть, если я сейчас, например... Так, защита груди, ой. Так, вот, например, 4 ОЗ. Вот, 6. 3. А вот это интересно. Так, а если вот это купить? Так, улучшено. Что здесь пишут? Так, дополнительное здоровье, дополнительный урон. 265, 250. Так, скорость. Ну, вот это, например. Скорость оживления. Лечение. Какое лечение еще? Это типа совместной игре, что ли? Шум при... Во! Бляхмух, я купить не могу. А, или могу. Вот это классно, дополнительный урон. Ну, давайте попробуем, я не знаю, что это значит. Ну, бабла не жалко, пофиг вообще. Еще накопим, наверное. И можно еще... Давайте улучшим. Да, конечно, уверен. Че, я лох, что ли? Да все, 260, правда, осталось. 269, мало очень. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, теперь почти полная. А в рукопашный больше урон? Или если я мечом? Что за мазафака было только что? Можно на ком-нибудь испытать сейчас? Советую не усложнять. Назови имя. Как дела? Да это хрень, это быстро убийство, нам это не надо. А, надо собирать с них. Например, вон тех. Куда ты? На Эй! Да, я с тобой! Ты мой кол! Алюча! Это мой гражданин! Вроде нормально бьет, да? Пусть ему мог рад! Смерть всем врагам своим! По-моему, круто, нет? Он долго не продержится. Все, да? Теперь осматриваем их. Лекарства дали плюс. Мне кажется, нормально. Ладно, насрать. Уже 500-ку насобирали. Максимальность снаряда призрачного клинка. Все, друзья, на этом остановимся. Всем пока. Удачной игры.